как преподавание, это такое дело. Там же вы тоже же не свободны от студентов. А вы производите впечатление, вот, ну, как вот, вот эти животные, очень независимого такого создания. А здесь да. получается, что вы очень зависимы, потому что, ну, я уж не говорю о том, что нельзя пропустить... Женя, это все внешне. Да? Моя вся независимость. То есть это маска? Это... Как средство, конечно, защиты. Хорошо. Потому что нет человека доверчивее, чем я. Вот лох чистой воды. Вторая после Ксении Собчак, которая совершенно откровенно... Ну, нет, у нее шутка такая. Она написала энциклопедию лоха. Угу. Замечательная книга, всем советую почитать. Угу. Но я не собираюсь ее рекламировать. Просто говорю о том, что это наивность и открытость. Это... Основное, если не самое главное, качество актера. Должна эта мышца быть натренированная. Угу. Уверяю, это вы студентов вот этому учите? Продюсером, угу. Ну, в том числе, тренировать это. Угу. Это нужно пользоваться в определенных ситуациях. В некотором социуме, и в метро иногда это не нужно делать. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».